хочется отдохнуть или появились неотложные дела, с работы не отпускают. Выход – оформить больничный лист. Благо, компании по его подделке можно найти сейчас в обычном поисковике через мобильный телефон. Официально и без проблем пестрят заголовками сайты по запросу «купить больничный лист». Цены от 1500 рублей за 3 дня. За 4 и вовсе можно уйти в отпуск на 3 недели. Здравствуйте, можно через вас больничный оформить? Нужно отправить самосообщение с вашими данными. Ага. Готовность мы вам сообщим, нужно будет подъехать получить. А проблем потом не будет? Нету проблем. Нет, люди берут постоянно. Правда, никто не считал, но их тысячи, попадаются единицы. В этом году возбудили уже 5 таких уголовных дел по статье мошенничества, хотя по официальной статистике количество попавшихся с подделкой снижается. Это, по большому счету, облигация, да, по которой мы должны оплачивать денежные средства. Поэтому мы сейчас уже сделали его достаточно таким защищенным. Во-первых, сам лист защищен, и еще раз говорю, номер. То есть номер он уникальный в любом случае, он только один. На помощь пришел электронный больничный лист. Подделать его уж точно невозможно. Флюра Муртазина получает выплаты по нему уже во второй раз. Ничего не надо подписывать, ходить, и печать ставить, в регистратуре стоять не надо, у врача стоять не надо. Но за интернет-версию пациенты пока не радуют. За 4 месяца выдано всего около 300 электронных листов. Боятся что-то, что и меня оплатят. Ну, мы как-то обговариваем с ними этот вопрос. Электронные больничные листы могут получать сегодня сотрудники 3500 компаний. В планах у соцстраховщиков оставить в прошлом бумажные варианты. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.